Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Давайте мы с вами зайдем на один объект. Давно я его уже не снимал. Блин, так долго времени не снимал. Зато сегодня снял полноценно. И с квадрокоптера заснял там. И попробуем так пройтись. Итак, вы спросите: Макс, а что ты за объект нам хочешь показать? А давайте посмотрим. Итак, жилой комплекс, который называется у нас Южное море. Извиняюсь, что я снимаю сейчас без стабилизации, потому что стабилизация у меня что-то с камерой случилась. Поэтому давайте лучше сделаем акцент на звук. Я понял, что вам важно не плавность картинки, а важно именно то, чтобы было все нормально, полноценное. Да? Вам важно, чтобы вы меня слышали. Поэтому я взял Соньку и старым бедовским способом нацепил тепличку, петличку точнее. И давайте мы с вами попробуем пройти. Будем смотреть мы со второго этажа, потому что со второго этажа уже начинаются типовые планировки. И посмотрим все плюсы и минусы данного комплекса. Сразу говорю, это жилой комплекс, который называется Южное море. Объект строится по федеральному закону 214. Есть у нас страховка. Есть у нас все разрешающие документы. И тому подобное. Итак, здесь у нас уже кто-то поставил... Здрасте. Поднимусь этажом выше. Давайте поднимемся все-таки с вами на третий этаж, потому что здесь у нас есть рабочие, которые обедают, и все-таки не хочется их отвлекать. Ну, некрасиво. Я не люблю, когда меня снимают, когда я ем особенно. Ну и, конечно же, давайте пройдемся. Пройдемся поэтапно, посмотрим, какие квадратуры здесь есть, почем и так далее. Итак, ребят, давайте с вами посмотрим третий этаж, посмотрим с вами домик. И попробуем сориентироваться. Первая квартира 48 квадратных метров. Давайте, чтобы мы ориентировались. 48. Да, ниша есть для кухни. Ну, кстати, неплохо все сделано. И вот такая у нас основная комната. С третьего этажа у нас открывается уже вид на море. И все довольно-таки неплохо. Высокие потолки. Монолит частично с керамзитовым блоком. Ну-ка, вот отсюда куда у нас будет. Ну-ка, давайте посмотрим. Давно здесь не был. А вот здесь вид на дома. Все, смотрите, запомните, да? Такая квартира есть у нас на 10 этаже. И минимальная цена 139 тысяч рублей за квадратный метр. Это 10 этаж. Вид, конечно, там будет еще лучше. Следующая квартирка 37 квадратных метров. Кстати, она более логична, мне она даже больше нравится. Такие квартиры есть на 5 этаже. Стоит 5 миллионов 180 тысяч. Это 140 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, неплохо. Неплохо, я считаю. Опять же, вот видите, это ничего не несущее. Поэтому можно здесь поколхозить, как вы любите, да, поколдовать и так далее. Потому что это у нас не несущее. Ну, неплохо. Я считаю, что эта квартира даже должна больше пользоваться спросом, чем та. Не знаю, почему тот стояк у нас почти полностью раскуплен. Следующий вариант – это квартира 39 квадратных метров. Есть только на 10 этаже. По 151 тысячи рублей за квадратный метр. И цена 5 миллионов 800. Да, квартирки, наверное, это получше, поинтереснее. Опять же, видите, ничего несущего нет, поэтому можно все это раздолбать, расколхозить. Ну и здесь, да, здесь вид, да, вид гораздо интереснее. Отсюда, конечно же, и осталось здесь всего лишь три квартиры. Это на 10, на 12 и на 13 этаже. Остальные квартиры, которые на броне у застройщика, за которые закрыты к продаже, мы не имеем в виду. Давайте еще раз посмотрим. Все, понятно. Это квартира номер 3, если мы будем смотреть по шахматке, слева направо. Следующий вариант – это квартира 45 квадратных метров. 45. Тоже, в принципе, довольно-таки неплохая. Да, вот она, да, квартирка. Она легко планируется в изолированную спальню и кухню-гостиную. Такая квартира есть у нас на 5 этаже. И цена у нее будет... 7 миллионов 155 тысяч, это по 159 тысяч рублей за квадратный метр. И есть такая квартира на втором этаже, и она тоже будет за 6 миллионов 700 тысяч. Ну, неплохо будет, да, за 6 миллионов 700 тысяч она будет. В общем, по 149 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, неплохо, неплохо.
Давайте зайдем дальше, посмотрим. Следующая квартира. А вот следующая квартира, это квартира 44 квадратных метра. Осталась она только у нас на втором этаже. В принципе, вид, наверное, такой же будет. И осталась у нас эта квартира на 13 этаже. Второй этаж 145 тысяч рублей за квадратный метр, 6300, да, это прямой вид на море. А вот на верхнем этаже уже стоит 7170. Здесь прямой вид на море мы с вами видим, да, вид на Адлер. В общем, довольно-таки все неплохо, да, учитывая, что здесь тоже можно всю эту конструкцию убрать. Я не знаю, зачем мы себя поставили. Ну зачем это лишнее городить? Сразу бы убрали, да и все, ну да ладно. Вот эти стены трогать нельзя, да, а вот, например, вот здесь, да, мы видим, что здесь уже все довольно-таки неплохо. Можно тоже поколхозить. В общем, понятно, да. Давайте посмотрим следующую с вами квартиру. Следующая квартира у нас идет тоже 44 квадратных метра. Она осталась у нас на третьем этаже, это вот на этом, 142 тысячи рублей за квадратный метр, да. И, конечно же, есть она еще на 11 этаже, уже 161 тысяча рублей за квадратный метр. Что хорошего в этой квартире? 44 квадратных метра, прямой вид на море. И цена 6 миллионов 240 тысяч, если мы будем брать этажом ниже. Ну, неплохо. Кстати, вот я, видите, вот так вот. Вот, смотрите, волшебник. Раз, а раздражающего звука нет. Вот это, наверное, и есть достоинство данного жилого комплекса. Давайте посмотрим с вами следующую квартирку. Следующая квартира, это у нас квартира номер... Ну-ка. Следующий у нас это стояк 45 квадратных метров. И знаете что? Вот здесь осталась только одна единственная квартира на восьмом этаже по 163 тысячи рублей за квадратный метр. Но вот такая квартира есть вот именно на этом этаже. У меня квартира от инвестора. И если кто-то желает приобрести ее гораздо дешевле, смотрите, я покажу, что полностью стояк раскуплен. Да, вот видите, где, ну, квартира номер 67. Только осталась у нас на этажом выше, да, на 13 этаже. И осталась на, получается, на 9 этаже. Такая есть квартира на третьем этаже, если не ошибаюсь. Эта квартира самая лучшая, потому что здесь мы видим с вами и Адлер, да, и здесь же мы с вами видим в сторону центра, в сторону эти хорошие красивые домики, Сан-Сити, да, Королевский парк, тут же мы с вами видим жилой комплекс Актер Гэлакси, там же мы дальше видим у нас жилой комплекс, ой, не жилой комплекс, все сказал. Рэдисон, да, отель. В общем, хорошее такое место. И здесь мы видим с вами жилой комплекс «Атаман». Вот эта квартира самая лучшая, самая топовая. И если кто-то хочет там сэкономить по 15 тысяч рублей с квадратного метра, то обращаемся, и я помогу вам стать счастливым обладателем данной квартиры. Есть у меня один инвестор с Подмосковья, который, в принципе, может вам эту квартирку продать. Еще раз покажу, да, здесь только квартира осталась у нас, вот она, на восьмом, извиняюсь, на восьмом этаже и на 13 этаже. Больше нет, потому что, так сказать, квартиры были самые популярные, самые лучшие, самыми классными домовыми характеристиками. Ну и следующая квартира, у нас тоже весь стояк, он разобран, осталась только на 13 этаже, и квартира стоит 6200 за 39 квадратных метров. Это 161 тысяча рублей за квадрат. Эту сторону, видите, любят больше, потому что здесь можно наблюдать потрясающий закат. И здесь мы смотрим на красивые домики, реально красивые домики. Но согласитесь, что с той квартиры был вид лучше, да, еще и Адлер могли наблюдать. Все-таки это похуже, поэтому, если вдруг есть желание приобрести квартиру с сумасшедшим видом, дом, который находится на предсдаче, обращайтесь, я вам дам контакты инвестора. И вы сможете договориться по адекватной цене. Следующая квартира у нас... 37 квадратных метров по 152 тысячи рублей за квадрат. Здравствуйте, прям пару минут. И тоже, в принципе, довольно-таки неплохая, но вот почему-то здесь у нас осталось квартир гораздо больше. Они здесь есть и на 10 этаже, и на 9 этаже.
Все, все остальные были раскуплены. Сами видите, да, дом полностью почти раскуплен, потому что дом строится по федеральному закону 214. Это хорошая, безопасная стройка. И давайте посмотрим последнюю квартиру, да, в данном жилом комплексе по планировкам. Это, конечно же, квартира 48 квадратных метров. Она стоит 7100. Есть только 12-13 этаж по 142 тысячи рублей. Ой, по 148 тысяч рублей, извиняюсь, за квадратный метр. Да, этот стояк любят у нас люди больше, чем тот стояк, потому что тот стояк будет смотреть на аналогичный жилой комплекс, а в этом стояке все-таки вид гораздо интереснее, 100%, может даже к бабушке не ходить. В любом случае, самая топовая квартира, как вы догадались, да, можете даже написать в комментариях, это квартира 45 квадратных метров. Отсюда показывают продажи, что они были раскуплены в первую очередь. Это, конечно же, вот эта квартира, которая действительно панорамный вид. Панорамный вид, начиная с Адлера и заканчивая центром Сочи. Еще раз повторюсь, вот именно на этом этаже есть квартира от инвестора за хорошие деньги. И поэтому, если кто-то хочет сэкономить, я рекомендую вам присмотреться. Присмотреться именно к этой квартире. И она легко планируется. Можно сделать спальню, можно спальню сделать здесь, кухню-гостиную сделать здесь. Короче, получается хорошая такая евро-однушка, где будет изолированная спальня, где будет нормальный полноценный санузел, в общем, где все будет. Теперь давайте посмотрим с вами на стройку, которую у нас еще один домик будет строиться. Этот домик будет, который самый такой длинный, там очень много хороших тоже квартир видовых. И там тоже у меня есть квартира от инвестора. Сейчас самые сложные работы проходят, да, вы видите, да, сваи, потому что уклон зверский, все приготовили. И вот здесь вы уже видите, да, что много квартир раскуплено. Есть у нас там прямые квартиры, стояк, это квартира 62 квадратных метра, 47 и... Да, и 47, 67, да, 47 и 47. Можно тоже взять гораздо дешевле от моего инвестора. Поэтому, если вдруг хочется сейчас сэкономить, потому что цены ползут вверх, растут, растут и еще раз растут, то обращаемся, я с большим удовольствием помогу вам стать счастливым обладателем. Мы с вами побывали в жилом комплексе, который называется «Южное море», который строится по федеральным законам 214, который строится в районе, который называется у нас Приморье, да, и там, где у нас такие соседи, как Атаман, Королевский парк, жилой комплекс, вторичный апартаментный комплекс, который называется Актер Гэлакси и так далее. И при этом не забывайте, что здесь все-таки статус квартира. А что такое статус квартира? Это означает, что в принципе здесь безопасно брать, да, и можно спокойно вкладываться. Вы, наверное, увидели, если вы посмотрите видеоролик, который был у нас, не знаю, буквально полгода назад, может чуть больше, чем полгода, и ценники здесь уже возросли на 40%. Вот вам и пример тех же самых, не знаю, инвестиций. Поэтому, если кто-то хочет еще у нас урвать подешевле, обращаемся. Есть у меня ряд инвесторских квартир, которые, извиняюсь, которые можем рассматривать. В любом случае, всем спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки. Если вдруг вы спросите, рекомендую ли данный объект, однозначно рекомендую, потому что я за те объекты, которые у нас безопасны. Да, ценник уже кусается, да. Ну, везде ценники кусаются, понимаете, везде ценники у нас кусаются. Все, ребят, спасибо за просмотр. Обращаемся, и с большим удовольствием помогу приобрести квартиру в данном жилом комплексе. В том числе и заработать вам деньги на разнице между этапами строительства. Поэтому подходит объект для инвестиций. Но, опять же, не забываем, что купить квартиру несложно, сложнее ее потом перепродать. Если не хотите, чтобы у вас были какие-то проблемы с перепродажами, обращайтесь к тем риэлторам, которые долго уже на рынке, у которых хорошая база, которые там через месяц там не уволятся, и чтобы не получилось, чтобы вы потом пробовали там среди целой кучи объявлений на Авито, целой кучи фейков продать именно ту свою квартиру, которую вы здесь приобрели, которую здесь приобрели. Все, ребят, всем вам огромное спасибо, всем пока, спасибо за просмотр.